В эфире «Радио Маньяк», с вами Рома Зулин. Главная тема, которую обсуждают сейчас все мировые СМИ – экспедиция «Венера-21» закончилась неудачей. Космический зонд, который транспортировал 4 килограмма венерианского грунта, потерял управление и разбился в Вологодской области. По словам представителей Роскосмоса, экспедиция закончилась катастрофой. Жителям окрестных городов ничего не угрожает. Но это не точно. От каких-либо дополнительных комментариев представители Роскосмоса отказываются. На данный момент ведутся поиски обломков космического корабля. Алло, Кирилл Игоревич. Вы представляете, я и второй большой палец прибил этой дверью. Вы можете скинуть номер этого костоправа? Как его там? Александр? Аскольд? Тутыло Пыдерский? Ух и фамилия. Ладно. Извините, тут кто-то стучится. Так что, пока, до свидания. А, да. Михаилом привет, Ярику тоже. Да. Наконец-то я дома. Устал. Надо принять горячую ванную и отдохнуть немного. Эй! Что за... Кого там приспичило стучать среди ночи? Да иду я, иду, господи. Живая дверь. Это невозможно. Какого черта у меня дверь стучит? Пойду закреплю ее. Я остановлю тебя, дверь. Ах ты! Нападать на меня вздумала, да? Войдите. Войдите. Да войдите, я сказал. Погоди.
стучали не во входную, стучали в дверь, ведущую в коридор. Пора бы уже и спать ложиться. Ну да. Ох, родненькая колка. Ох, животик. Надо пойти по***ть. Дверь какого?
Так, это первая сцена была. И еще раз. Нет, не получилось. Сейчас еще раз. И здесь получается последний по логике кадр.